Это будет небольшой, короткий фильм, посвященный тому, как устроена звуковая среда. И для нас это необыкновенно интересный опыт, в котором мы не только слушали звуки природы, общались с местными музыкантами, которые очень многому нас научили. И главный урок, который они нам дали, что если ты хочешь что-то сделать, то сначала послушай и посмотри, как устроено мироздание вокруг тебя. И тогда оно откликнется и даст некую подсказку, и мы ее получили, и скоро мы поделимся тем, что мы сделали с вами, дорогие друзья.